Привет, друзья! У нас установилась более-менее погода, ну и не жара, ну и, слава богу, не льет. Вот вчера я сделала грядку под чеснок, закопала сюда всю свою горчицу, все хорошенько прорыхлила, потом еще полью улучшителем для почвы, потом вам обязательно покажу. Вот клубничку свою прорыхлила вчера, молоденькую. И вот, посмотрите, до сей поры цветет, и вон есть ягодки, земляничка. Правда, она мешала поправлять грядку, я ее пересадила на другую. Но на следующий год хочу новой посеять на рассаду и посадить новую земляничку. Так, вот клубничка моя, которая старая. Ну, я еще оставила ее на четвертый год. Посмотрите, какие красивые кустики после обрезки. Они хорошо отросли на зиму. Сейчас еще подсыплю золой. И зимой они уйдут хорошенькими. Так, вот моя горчичка здесь тоже подрастает. Капусточка моя балдеет. Сейчас я вам покажу, как я буду делать теплую грядку. Вот, посмотрите, какая здесь выросла огромнейшая горчица. Я ее всю вырвала. Потому что так закопать нереально, и это будет неправильно. Вот, смотрите, теперь беру, откапываю немножко землю. Вот, видите, откопала землю. Так. Забыла вам еще показать вон мои петуньи с самосевом, которые насеялись. Посмотрите, сейчас цветут. Красота. Так, ну что, продолжим про грядку. Так, чуть-чуть сена положила на низ. Ну, это своя сушеная травка, которую мы косили. Потом немножко присыплю это сено землей чуть-чуть. Так, одной рукой неудобно снимать и показывать. Вот, присыпала чуть-чуть сенком. Сенка своей землей. Сейчас беру горчицу. Вот она мою сложила ее, чтобы она здесь была под руками. Так, и укладываю горчицу еще. Вот так укладываю. Она хорошо выросла. Много зелени, зелень сочная. Очень даже будет хорошо. Главное не дать ей зацвести. Она уже пошла в бутоны, но не зацвела. Вот так вот ложим горчичку. Потом берем лопату. И вот так вот пересекаем нашу горчичку немножко, чтобы ей было легче перекрывать, чтобы легче было червячкам, жучкам ее кушать. Она будет сочная, будет их привлекать. Вот так вот хорошенечко. Одной рукой и левой, конечно, не очень хорошо получается. Так, потом опять берем и засыпаем это все землей. Вот так вот засыпаем хорошенько. Грядки в этом году не буду равнять. Хочу их поменять, поэтому как есть, так есть. Вот так вот все присыпаем землей аккуратненько. Ну, конечно, это я буду делать лопатой, а не рукой. Но сейчас рукой, чтобы вам показать. Вот так присыпаем. И получается потом следующий слой земли, который я буду откапывать, буду ложить уже сюда наверх. И оно это все будет поглубже. И вот оно уже начнет потихоньку сейчас, похода, перепревать. А с весны уже начнет работать наше сено. Оно не успеет сейчас не перепреть ничего. Оно начнет там гореть. И будет греть наши растюшки. Так что вот так буду заниматься. Потом покажу, когда закончу. Еще покажу вам свою витаминную грядку. Вот посмотрите, какой укроп классный. Просто обалденный. Уже буду скоро его вырывать в заморозку, чтобы морозы по нем не ударили. Вот. Рукола. Руколу рву, ем. Не успеваю, она отрастает. Посмотрите, отрастает и отрастает. Салатик тоже кушаю каждый день. По несколько раз на день. Ну, поскольку я одна, это ж не семьища у меня, то оно у меня как-то не уменьшается. Так, редиску тоже не успеваю съедать. Он даже уже пошла. В стрелку постояли жаркие дни.
Редиска просто суперская. Посмотрите, какая красивая. Не лопается, не трескается. Отличная, не червячки. Никто ее не грызет. Редиска супер. Потому что редиска любит короткий световой день. И любит не жаркую погоду. Вот мой красивенный цветочный качан. Как цветочек, посмотрите. И вокруг подрастают качанчики. Просто обалденные. Так, здесь тоже моя горчичка уже подрастает. Ну, где горчица будет маленькая, и она не успеет вырасти, уже будут сейчас прохлада наступит, то я не буду ее так вырывать, а просто буду закапывать. А вот это уже, видите, какая вымахала, которая раньше посаженная. Эту я уже буду тоже выкапывать и перекапывать. Или сегодня, или завтра. Сегодня, наверное, пока я с этой грядкой замундохаюсь, у меня уже не будет сил. Посмотрите, сколько у меня острого перчика. Вон, надо тоже уже собирать урожай очередной раз. Перца море наросло в этом году. Этот перец был посажен из перца магазинного и посажен очень рано. Посмотрите, как хорошо уродил. А вот это перец. Оставались семена какие-то старые. Зашел только один кустик из пачки. Каин, по-моему, называется. А это из магазинного перца. Аж не знаю, как он называется. Который из магазинного намного лучше. Вот такие вот дела, друзья. Пишите, как у вас дела, как погода, какое у вас настроение. У меня пока еще более-менее. Вот. Так что буду заниматься дальше своими делами. Все, друзья, желаю всем хорошего настроения, крепкого здоровья, успехов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Все, друзья, всем пока.